ходе встречи с министром строительства и ЖКХ были рассмотрены следующие вопросы. Восстановление разрушенных объектов в республике, а также вопрос об итогах первого месяца отопительного сезона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Алипов, заместитель министра строительства и ЖКХ Виталий Кижаев, заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Коваленко. Из-за больших разрушений в республике нами принято решение разбить программу восстановления на несколько этапов. В первом этапе было восстановлено 293 социальных объекта. По второму этапу нам поставлена задача восстановить 436 объектов социальной сферы, 2000 домов частного сектора, 111 домов, частных жилых домов, строительство новых частных жилых домов и 1189 многоквартирных домов. В принципе, все работы ведутся согласно запланированному графику. График разбит на 10 месяцев. Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявил, что к середине декабря владельцы разрушенных в ходе военных действий частных домов в республике получат новое жилье. Его строительство уже ведется. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.